играет в крестики-нолики сам собой. Так, и что? А давай мы прикольнемся над ним. И как ты собираешься это сделать? А вот так. Ты дебил. Я смотрю, вам весело. О, здравствуйте, меня зовут Каспер, а это Знайка и его друг Котикет. Я с ними не очень-то и дружу, они вечно ко мне пристают. А это мой друг Никола, он немного странный, но поверьте мне, он такой же обычный кот, как и мы. Я бы рассказал о себе, но я как будто головой ударился. Кроме вчерашнего дня, ничего не помню. Ты тоже это видишь? Знайка, что это за говно? Я не знаю, я в первый раз вижу летающее говно! Ну, это, комету! Сейчас смотреть пойдем. А я первый смотреть пойду! Ну и что? Зачем мы сюда пришли? Не знаю, это просто комета, тут ничего особенного нет. Здорово, котовины! Я Мелвин! Спокойно! Сейчас я его вычислю! Странно, он обычный кот. Опять какой-нибудь дебил пришел! Котикет, у тебя есть какие-то вопросы? Нет, что вы, конечно нету. Расскажи мне, есть ли тут еще кто-то, кроме тебя? Ну, вообще, у нас тут есть Никола и есть Каспер, ну и Знайка. Хорошо, я тебя понял. Не понял, как я тут очутился? Почему я вижу Знайку в нокауте? А тебя я вообще не знаю. Я прилетел к вам на этом шаре. И с какой целью ты прилетел? Хорошо, что ты спросил. Вот скажи, твоя жизнь имеет цену? Что? Именно, цены нет, поэтому теперь вы будете участниками в моей веселой игре «Свобода коту». Перед тем, как я скажу, небольшая просьба. Какая? Всем молчать и слушать меня! Каждого из вас ждут веселые игры, пройдя которые вы будете получать призы. Так, вас что? Всего четверо! Мелвин. Котикет. А! Ты же понимаешь, что Знайка ничего не слышал. А, как мне это все надоело. Котикет, объяснишь ему потом. Котикет, это что за хер? Нет! Хочешь, чтобы тебя опять вырубили? Значит так, через пару минут я жду вас у этого дерева. Кто не придет, потеряет мое уважение к вам. А еще? Меня лучше не злить. А пока вы можете что-то обсудить между собой.
А ты не понял? Он ангел, спустившийся с небес. Ангел? Да он выручил! Тише, давай я тебе объясню. Никола, тебе не кажется, что тут что-то не так? Ладно, все равно у нас нет выбора. Что же это значит, быть свободным? Ну здорово, люди по ту сторону экрана. Я хочу вам рассказать то, чего они не знают. Да, им я это не сказал, чтобы они не разбежались. Абсолютно все испытания смертельно опасные. Круто, правда? Прямо сейчас я буду проводить первое испытание с куклами. Хотите узнать, что за испытание? Скоро узнаете. И да, давайте проведем тестовое голосование. Знакомьтесь, это кукловод Узнайки. Может, вы хотите удалить его из игры навсегда? Или вы хотите оставить его в игре? Голосуйте в Google документах в описании. Выбор за вами. До свидания!